Привет. Поехали. Без лишних предисловий. Поехали. Я для того и написал эту картинку, чтобы вслух все это не объяснять 10 раз каждому новопришедшему. Итак. Так, минутку. Минуточку. Вот сейчас минуточку. Итак, поехали. Я отобрал пока 8 картинок, о которых я могу что-то сказать. Ну, вернее, просто 8 картинок, которые, как мне кажется, могут... Да я Николай Бояр, я начну и так. Итак, на первой... Музыка нормальной громкости, и я нормальной громкости. Что-нибудь сделать погромче, потише. Окей. Итак, поехали. На первой картинке мы видим кухню. Судя по экспозиции, это раннее утро. Кухня. Некая девушка или девочка, непонятно. Ну, в общем, некое существо женского пола завязывает на себе... Как это называется, боже? Фартук. Фартук завязывает сзади. Мы видим ее со спины. Она, судя по всему, пришла на кухню ранним утром. Может быть, это вечер, но... Кстати, действительно, может быть, это вечер. Короче, либо раннее утро, либо поздний вечер. Такое атмосферное, теплое освещение. И вот эта девочка пришла на кухню. У нее короткие темные волосы. И на ней фартук. И она, судя по всему, готовится... заняться готовкой или типа того. Мы видим разнообразную утварь, стаканы, какие-то растения стоят на подоконнике, рисоварка слева, календарь, вытяжка выше, чайник на плите, раковина, всякие стаканы и прочее. Стаканье. В правой части картинки мы видим большое окно, из которого и льется этот свет прекрасный. А слева маленькое окно. Там тоже стена, другая уже стена, это угол, как бы мы видим угол кухни. И слева тоже окно, но оно маленькое и такое странной формы, то есть оно вертикальное, вытянутое, но слишком маленькое. И это немножко странно. Девочка смотрит вниз на раковину. Мы не видим ее лица, мы видим ее сзади. Пола не видно, Николай Бояра. Пола не видно. Вот. Я думаю, что это очень атмосферная картинка и... Классно, короче. Вот, я даже не знаю, что еще сказать. Наверное, надеюсь, вы представили. И теперь я могу ее показать. Где? Вот. Понимаете? Я вам расскажу немного, откуда у меня эта идея. В детстве у меня был дружок, у меня был старый компьютер, и у меня был дружок, который носил мне игры всякие, доставал. И в какой-то момент он написал мне игру XCOM, о том, как ты охотишься там на НЛО, и потом высаживаешься. И бьешься с пришельцами, и там у тебя есть, нужно со странами поддерживать отношения. Короче, он все это мне в красках описывал, я представлял себе эту игру. А потом эта игра ко мне попала, он ее принес, и она оказалась совсем не такой, как я ее представлял. То есть она оказалась крутой, но я представлял себе другое. И вот это вот, что я себе представлял, оно у меня до сих пор в голове, вот этот вот мой воображаемый XCOM. И поэтому мне интересна вот эта история с... вот этим вот, когда тебе что-то описывают, и ты себе это представляешь, а потом ты это видишь, и оно совсем не такое. Привет, Фрэнки Бой. Дела мои такие себе.
Едем дальше. Не все картинки тут аниме, потому что я знаю, что некоторым из вас не нравится аниме. На второй картинке мы видим... Это живопись. Картина маслом, судя по всему. Мы видим ворону. Такую классную, прям брутальную ворону. Она сидит на мусорном контейнере. Таком ржавом. Может быть, это не мусорный контейнер, но мне почему-то кажется, что это мусорный контейнер. И мы видим цепь какую-то, которая идет от этого мусорного контейнера. То есть это такой близкий план, мы видим только верх этого контейнера и сидящую довольно близко к камере воображаемой ворону. Вот. Блин, я не те картинки выбрал. Я просто... Я думаю, что буду долго-долго рассказывать, а в итоге не так много я могу рассказать. Нужно картинки с большим каким-то содержанием. Но тем не менее, в общем, это, еще раз повторяю, картина маслом, мы видим ворону достаточно близко, она крутая и брутальная, и она сидит на ржавом контейнере. Мусорном, как мне представляется. Может быть, это не мусорный контейнер. И цепь еще сверху на этом контейнере. Вот. Это все. Сейчас буду показывать вам. Едем дальше. На этой картинке мы видим... Ой, как это называется? Контейнер, в котором перевозят грузы. Такой железный, большой. Знаете, на грузовых кораблях куча таких контейнеров стоит. Фрэнки, я не шарю. Так вот, мы видим контейнер. Открытый. Я не знаю, о какой речь. Потом в Дискорде попросишь, и я выложу, что хочешь. Так вот, мы видим синий грузовой контейнер. Он открыт. Мы видим его спереди, со стороны вот этих открытых дверей. Мы прям заглядываем в него, как бы достаточно близко. И внутри мы видим высыпавшиеся из этого контейнера коробки. Куча картонных коробок. Кибинаш, не спойлери, падло. На этих коробках видна такая стрелочка, которая есть элемент логотипа Амазона. Видимо, подразумевается, что это посылки из Амазона к людям. И главное, что мы видим, помимо контейнера и коробок в нем, на этих коробках сидит, практически лежит девочка лет, я не знаю, 10, может быть, 12. У нее короткие темные волосы, на ней купальник синий, закрытый, и какой-то накинут пиджак или плащ сверху на нее. И она как бы удивлена, как будто бы мы рабочие открыли этот контейнер, и из него высыпалось вот это все, и девочка каким-то образом оказалась в этом контейнере. И она смотрит на нас и не знает, что ей делать, и не знает, как вообще. И мы смотрим на нее точно так же, наверняка. Как она попала в этот контейнер, хрен его знает. Понимаете? Это... Интересная картинка, как будто ее послали как посылку, но она не запакована. Она просто сидит на этой груди коробок и думает, что же дальше будет. Это все. Показываю. Ёб твою мать. С этим тоже мне нужно что-то придумать, потому что... Вот. Насколько далека ваша картина от того, что вы видите сейчас?
Николай Бояр один в один так и представлял. Какой молодец. Кеминаж все видел. Едем дальше. Представлял контейнер чуть дальше и по центру. Ну, сорян. Едем дальше. На этой картинке мы видим... На этой картинке мы видим некое пространство. Это как бы outdoors, то есть улица. Привет, Саксончик. Улица, но не простая улица, а... Что-то типа... Представьте себе... Какой-то типа лес. Не лес, а какой-то... Короче, куча деревьев, но мы видим площадку, замощенную камнем, каменными плитами квадратными. Англосаксончик, действительно. Так вот, еще раз. Лес, куча деревьев, но мы видим площадку, замощенную каменными плитами. Теплое желтое освещение. Такое ощущение, что... Мы видим эту картинку, к слову, с высоты человеческого взгляда, то есть как будто мы пришли сюда и смотрим сюда. Так вот, такое ощущение, что нету потолка, такое ощущение, что, вернее, нету, не видно неба, такое ощущение, что наверху все заслано, то есть небо как бы, потолок из веток состоит, как будто, понимаете, да, нету неба, как будто это в каком-то смысле закрытое пространство, но это не помещение, а улица. Ну, как бы, ну вы поняли. Я путанно объясняю. Привет, парневичок. Да, желтое освещение. Солнце, значит, бьет. На заднем плане, в дальнем конце картинки, мы видим озеро и водопад. Правее этого всего мы видим лестницу наверх. Она освещена желтым светом. В левой части картинки... То есть слева вдали мы тоже видим какое-то то ли лестницу, то ли сооружение, но она в глубине этого леса, непонятно. В общем, основное, что мы видим сзади, это водопад и справа лестница. Значит, на переднем плане мы видим, то есть центр картинки, это каменная глыба, которая больше, гораздо больше, чем те, которыми замощен пол. Это большой такой камень, куб. Только не куб, а такой сплюснутый куб. И на этом кубе сидит монах. В красном, в позе лотоса. И медитирует. Он лыс. И... Он медитирует. И он монах. И он в красном. Какую лестницу, Фрэнки, о чем ты? Лестницы две на заднем плане. Одна справа большая, вторая слева, ее плохо видно. Значит, еще раз. На каменной глыбе сидит монах. Медитирует. Слева, как бы ближе к нам, мы видим озеро. Монах сидит перед озером. Озеро, по-моему, не глубокое. В нем прозрачная вода. Возле озера, привет, мистер Игорь, возле озера есть большой камень, относительно большой. Поменьше, чем глыба, на которой сидит монах, но относительно большой камень. На этом камне сидит птичка и смотрит на монаха. Она тоже красная. Монах в красном и птичка в красном. Очень уютная картинка, которая создает ощущение закрытого пространства, хотя это, очевидно, улица. Но как будто это вот место, оно закрыто со всех сторон. Не знаю, что еще сказать. Наверное, время показывать. Я пока еще... Не понял, как этот формат должен работать.
Я старался, описывая эту картинку. Не знаю, насколько у меня получилось. Спасибо, Фрэнки. Едем дальше. Я буду чередовать аниме через одну бы. На этой картинке мы видим вагон метро. Вагон этот освещен розовым таким цветом. Вернее, это даже не освещение, это просто гамма, в которой выполнена картинка. Розовое такое... пространство вагона метро. Или не метро, а поезда. Дело происходит в Японии. Значит, камера находится где-то на расстоянии 30-20 сантиметров от земли, то есть от пола этого вагона, и смотрит, собственно, в вагон, в его даль. Хотя мы находимся где-то на середине, камера находится где-то на середине вагона и смотрит в один из его концов. Вагон пуст. Там никого нет, кроме двух людей. В правой части картинки мы видим на сиденье мальчика, обычного японского уяша. Возле него лежит его сумка. Он в темных штанах и белой рубашке. И он, удивленно открыв рот и широко раскрыв глаза, смотрит в сторону камеры. Но не в саму камеру, а чуть левее. Ибо на переднем плане этой картинки, как главный элемент этой картинки, находится девочка, конечно же. Не бывает анимешных картинок без девочек. Девочка эта... Я не знаю, что произошло. Потому что у меня... Почему, кстати, у меня нету... Постойте. Я не знаю, что это был за звук. Но неважно. Извините. Еще раз, значит, розовый вагон, камера низко на земле, смотрит вдаль вагона. Справа Ояш смотрит в сторону камеры. Слева, на переднем плане, девочка. Что же не так с этой девочкой? В чем же прикол этой картинки? У каждой картинки должен быть прикол, разумеется. Не бывает просто картинок. А в чем прикол? Спросит вас любой, кому вы дадите рандомную картинку. В чем прикол-то, Вася? Прикол этой картинки состоит в том, что девочка на переднем плане... Окей, не буду пока спойлерить прикол, но, в общем, я начну ее описывать сверху вниз. У нее тоже короткие темные волосы. Она зевает. К ее руке приставлена... к ее рту огромному, раскрытому в зеве, приставлена одна из рук. Она как бы прикрывает рот. Глазки ее закрыты, и слезка вытекает из одного глаза. Такая сонная слезка. Она растрепана, то есть видно, что она не выспалась. Она суперсонная девочка. Николай Бояра, да. Нужно какие-то такие картинки подобрать. Не отвлекайтесь, блин, подождите. Ну, понимаете, если я буду делать паузы и отвлекаться, то вы забудете все, что я там наговорил, и вы хрен что представите. Нельзя. Короче, верхняя часть девочки одета в школьную форму. Такая Sailor Fuku с красным, значит, не бантом, а как это называется? Ну, типа пояс, пионерский галстук. Пионерский галстук красный такой. Белая Sailor Fuku с серым вот этим вот... Блин, слова вылетают у меня из головы. Верхняя часть девочки, да, обязательно. Короче, белая с серым Sailor Fuku и красный этот самый галстук. На плече у девочки черная сумка. Она как бы идет под, к нам, в камеру она идет. Нижняя часть девочки одета в носочки темные и трусы, белые в голубую полоску. То есть девочка забыла надеть штаны. В этом весь прикол этой картинки. Она настолько сонная, что она пошла в школку без штанов.
она в трусах. И мальчик справа разделяет наше недоумение и некоторое любопытство. Месогир, как всегда. Все? Я описал все, что мог. Показываю. Похоже, Николай Бояр. Кибинаш. Ты все видел. Ты же аниме. Привет, Сэмми Бро. Принтскрин сделай, Николай Бояр. Едем дальше. Так, теперь не аниме. На этой картинке мы видим окно. Но окно это не простое пластиковое евроокно. Оно... каменное, как будто это окно замка. В нем нету ставень, нету рамы, нету стекла. Это просто типа такая бойница в виде вытянутого прямоугольника, вытянутого вертикально. Короче, вертикальное такое прямоугольное окно. Может, ты сам центрист, Фрэнки Бро? Значит, в этом окне вид из этого окна следующий. Небо достаточно чистое, голубое. Облачка плывут. Хотел бы я знать, как они называются. Кучевые или какие-нибудь такие облака. Это верхняя часть вида из окна. Нижняя часть вида из окна – это море. Или какой-то другой водоем. Мы видим противоположный берег, там какие-то горы. Море голубое, мы видим кораблики, два белых кораблика, два паруса. Ниже, на переднем плане этого окна, мы видим, на переднем плане вида из окна, мы видим зеленые холмы. Спасибо, Месогир. То есть еще раз, передний план, зеленые холмы с цветами красными и желтыми. Средний план – море с двумя парусами, противоположный берег с горами и небо, синее небо, которое составляет большую часть вида. То есть оно занимает 60% обзора. На подоконнике, так называемом, хотя подоконника нет, это просто такая дыра в стене, по сути. Дыра в стене, составленная из огромных каменных глыб, квадратных, опять же. Слева на окне стоит... ваза. Расписная. Вертикальная, тоже вытянутая. Высокая, то есть. В вазе, из вазы торчит цветок. Один. Мы видим лист, торчащий из вазы. Стебель. И красную, как это называется? Как называется часть цветка, которая цветок? Красный цветок, короче. Не знаю, что это за цветок. Форга в трейде нет, поэтому мы не узнаем, что это за цветок. Он красивый и красный. Также по окну идет лоза. Она начинается в правой части этого прямоугольника и обходит верхнюю часть этого окна полукругом. То есть верхняя часть окна, верхняя половина окна практически вся объята лозой. Картинка светлая и лиричная. Бутон. Спасибо, Месогир. Показываю. Едем дальше.
Да, упомянул два раза. Ну, я, наверное, хреново описываю. Может, и маг. Не знаю, я Apple мне не пользуюсь. Едем дальше. Аниме. Аниме. Итак. На этой картинке мы видим бирюзовое небо и вид на город. Во-первых, это... Нет, я не буду говорить вам стиль, потому что это спойлер. Вы представите в одном стиле, а оно в другом стиле. Это интересно. Бирюзовое небо, полумесяц, желтый большой полумесяц. В нижней... Во-первых, картинка вертикальная. Вертикальный прямоугольник. Значит, бирюзовое небо, звезды, месяц. В нижней части картинки, в нижней половине картинки мы видим город. Ночной город. Ездят машины. Мы видим свет вот этот вот большого города. Свет улиц. Дома. Какая-то башня железная слева. Да-да, Фрэнк Синатра, я тоже об этом думал. Ну да, это сложно. Ну вот. Справа мы видим некоторое какое-то здание ближе, чем другие. Как бы на переднем плане мы видим одно из зданий этого города. Верхушка этого здания. Мы видим какие-то трубы, кондиционер, банка с какой-то медузой и горшок с цветочком. Но это все мелочи. Также мы видим лестницу наверх. И на самой верхушке этого здания стоит девочка. Она волшебница. Она тоже в школьной форме. Белая Sailor Fuku. Красный галстук. Темная юбочка. У нее темные волосы. Она смотрит на этот город задумчиво. Рука ее протянута перед собой. И на этой руке искрятся искры. Я так понимаю, это магия. Я так понимаю, это девочка-волшебница. В другой ее руке волшебный жезл. Розовый, оканчивающийся сердечком. Ну, это такая стилизованная картинка, Сэм. То есть, тут такие кислотные цвета, но это как бы ночь. Это же... Короче. Ну вот. Кастует искры, да, практически. Девочка-волшебница после тяжелого трудового дня по убийству ведьм и прочего скама залезла на... или взлетела, скорее всего, на одно из зданий и смотрит на ночной город. И думает, что да, город может спать спокойно. Я сегодня хорошо потрудилась. Нет, это не Мадок, это оригинал арт. Все, показываю. Привет, Леший. Вот вы наверняка не так представляли, да? Это же интересно. Рандомные из коллекции, Сэм. Вот. Вообще не так. Абсолютно не так. Ну тут да. Фрэнки бро. Ну, из тех, что я отобрал, нет таких, но я что-нибудь еще. Короче, из тех, что я отобрал, осталась последняя. И она, к сожалению, тоже аниме, извините. Итак, картинка разделена на две части, верхняя и нижняя. В смысле, это два разных кадра. Это как бы одна сцена, которую мы видим с двух ракурсов. Огромный зал. Огромный, освещенный светом из огромных же окон зал. Камера в верхней части направлена в одну сторону зала, камера в нижней части направлена в другую сторону зала.
Итак, в верхней части картинки мы видим, вернее, в этом зале на полу огромный красный ковер, огромная ковровая дорожка красная. Обстановка зала достаточно аскетичная, стоят фикусы в горшках по краям, небольшие ступеньки слева и справа и огромная дверь, как я уже сказал. Вход в этот зал – это огромная дверь, но она закрыта. В зале светло. Итак, на верхней части этой картинки мы видим людей, которые пришли в этот зал. Кое-зачем. Люди эти, этих людей четверо. Слева направо. Девочка с красными, с розовыми волосами. Достаточно, ну, волосы до плеч. Дальше стоит мальчик с белыми короткими волосами. Ну, как короткими, по анимешным меркам. У него закрыт один глаз, второй открыт. Руки у него за спиной. Дальше девочка самая низенькая. Такая... Какая-то похожа на... Забываю, как ее зовут. Девочка из... Не моя вина, что у меня нет друзей. Такая явно кудыре. У нее темные волосы. И последний чувак. Он похож на второго чувака. У него тоже белые волосы. Он в очках. Он умный. Это мозг операции, очевидно. Значит, четверо. Тамока, спасибо. Они пришли. Они ждут результата. Куда же они пришли? Об этом мы узнаем из нижней части картинки. В нижней части картинки мы видим вторую часть зала. И как бы дальнюю часть зала. В ней находится следующее. Куча книг. Куча полок с кучей книг. Книги лежат на полках. Книги лежат на полу. Книги лежат на столе, который стоит тут. Большой стол по центру. Ну, возле стены практически. За столом сидит тетенька в кресле. Тетенька одета в красное. У нее в руках какой-то журнал. И она смотрит в него. Волосы у нее короткие, собраны в пучок на голове. На голове, заебись. На макушке. Очевидно, это какая-то начальница, к которой они пришли. Зачем-то, не знаю зачем. Какой-то красный баннер огромный висит на стене, тканевый. И три красных ткани свисают со стола. То есть это такая аудиенция. Непонятно кого, непонятно перед кем. Насколько я знаю, эта картинка, это оригинал арт. То есть он такой, он выглядит так, как будто это часть какой-то вселенной, какой-то истории, но на самом деле это просто картинка. Это интересно представлять себе вселенную, историю вокруг этой, одного этого кадра. В общем, я надеюсь, вы все представили. Я понимаю, Мисагир, да, наверное, ты прав. Но так получится слишком быстро, понимаешь? Нужно же дать время, чтобы... Детали для того, чтобы человек представил всю херню. Если давать очень общими мазками, то это... Потому что я этот XCOM, который мне описывали, представлял несколько недель. Он у меня формировался в голове. Вот это я пытаюсь повторить. Так, у меня кончились картинки, которые я отобрал, теперь я беру что-то рандомное.
Вот это неплохо. Сэм, круто. Ну вот да, вот это круто реально. Вот это круто, действительно. Если бы у меня было более большое и серьезное комьюнити, это можно было бы действительно организовать. Забавно. Окей. Дальше показываю картинку. Если нахожу ее, конечно. Как это сделать? Да, блин, путаюсь. Так. Итак, на следующей картинке мы видим темную квартиру. Или не квартиру, темное помещение. И, во-первых, это арт. Это живопись. И данная такими крупными мазками. То есть она не какая-то там фотографическая или типа того. Это прям такие крупные мазки, в которых можно разобрать следующее. Темное помещение, стоит стол, а скорее даже не стол, а какая-то коробка, достаточно близкий кадр. На этой коробке стоит аквариум. Большой, крупный, круглый аквариум, огромный. Я бы, наверное, его с трудом обхватил. Ну, не обхватил бы, но с трудом поднял, если он наполнен. В аквариуме рыба, красная одна, большая. И какие-то листочки, какие-то камушки, в общем, там движуха. Не пусто. Есть чем заняться. Нет, не импрессионизм, мисс Эггер. Не знаю, как это назвать. Также в этот аквариум слева, откуда-то слева, идет шланг, который, значит, воздух туда пускает. Над аквариумом горит лампа. Это единственный источник света на этой картинке. Она смотрит прямо в аквариум. Она тоже достаточно большая. Да нет, прям скажем, она охренеть какая большая, и она светит в аквариум, из-за чего аквариум становится своеобразной тоже лампой, которая, свет от которой разливается по окрестности. В правой части картинки, сидящими за этим ящиком или столом, непонятно, поскольку все достаточно условно, мы видим двоих. Мы видим два предмета, я бы даже сказал. Первый предмет – это кот. Он сидит на ящике и смотрит в аквариум. Надо полагать, он хочет съесть рыбку. Кот белый, пушистый. Он сидит к нам спиной. Я хочу его погладить. Это представлять можно... Это можно не представлять. Справа мы видим хозяйку кота. Это девочка. У нее рыжие, по-моему, волосы. Она в рубашке какой-то. С коротким рукавом. Она, подбоченив голову, смотрит в аквариум. Задумчиво. Волосы у нее собраны на голове. Сзади. Нет, кот не блин, он белый, я же сказал. Ну вот, собственно, все. Что еще мне сказать? Картинка уютная. Все. Показываю. Обойдешься, Сэм.
рукошопные мазки, развенчивает Мисагир. Что же еще вам показать? Окей. Сейчас покажу еще. На следующий... Так, сначала нужно удалить эту. На следующей картинке мы видим некую бытовую сцену. Не то, что бытовую сцену, а я даже не знаю, как это описать. Короче, представьте себе концепцию хищника и жертвы. Чего-то, что поглощает, и чего-то, что поглощают. Слева мы видим то, что поглощают. Справа мы видим того, кто поглощает. Это вот то запятое, что слева, оно обречено быть поглощенным. А существо справа знает, что поглотит то запятое, что находится слева. Все его, весь его вид выражает это предвкушение. И мы каким-то образом попали в этот момент, когда еще ничего не произошло. Понимаете? Ничего не поглощено. Все только собирается случиться. И это очень такой живой момент из-за этого. Потому что непонятно, как все произойдет. Есть ли шанс у того, что слева, перед тем, что справа? Я не знаю, есть ли он. Я понимаю, что я достаточно абстрактно описал, извините, но это такая картинка. Так. Леший знал. Это было достаточно толсто. Еще вам показать, парни и девочки. Бля, нужно было как это сказать? Нужно было заранее. Ну-ка, зайду-ка я в папку мысли о картинках. Ну, окей, вот это вряд ли я когда-нибудь сделал про нее видео. Уже сколько пытался, так и не сделал. Итак, на следующей картинке мы видим стол в комнате. На нем лежит белая ткань в виде, видимо, некой скатерти. Окно над столом светит. То есть это такая солнечная, яркая, дневная картинка. Развешаны на нитке какие-то непонятные цветочки, растения вернее. В общем, на заднем плане куча каких-то растений. Развешанных или растущих дома, не знаю. На столе лежат книги. Колбы. В колбах мох и земля. В центре всего этого дела, во главе стола, парит Земля. Планета Земля в миниатюре. Она парит над столом.
это такая маленькая земля. Материки, дерево растет. Ну, то есть она маленькая, но она не то, что прям копия нашей земли. Это именно земля в миниатюре. Допустим, на Северном полюсе растет огромное дерево. Ну, по нашим меркам огромное, но по меркам этой картинки это просто маленькое какое-то карликовое дерево. Вот. По столу ходят животные. Коровы маленькие, опять же. Люди маленькие и так далее. То есть картинка подразумевает, что некий изобретатель сделал землю в домашних условиях, миниатюрную землю. Сделал животных, сделал людей и сделал вот этот шарик. В колбах, собственно, материалы, которые он использовал. Собственно, все. Показываю. В общем, все остальное я, может быть, когда-нибудь сделаю, поэтому хватило меня что-то на полноценное видео. Ну окей, эту картинку... Не, это слишком известно. Надо что-то менее известное. Да. Мясогир, ну стилистику я описывать не хочу, я уже пояснял. А ракурс, да, ракурс надо описывать, конечно. Что вы можете представлять, я вообще, не знаю, в изометрии, а на макросъемках. Это не дело. Так. Такое фото, просто фотографии, офигенно. Какие же красивые фотографии у меня. Ну, не мои, а просто фотографии. Ну ладно, ща. Чтобы аж Русью пахло, это можно. Минуточку.
Но опять же, многие эти советские картинки очень известны. И о многих из них мало чего можно сказать. Ну, то есть реально, тут большую часть картинок можно описать двумя словами. Я даже не знаю. Я понимаю, зачем мне об этом узнавать, Мисагир? Это же для вас, а не для меня. Для ваших ощущений. Окей, вот это хорошая картинка. Итак, на этой картинке... Это черно-белая картинка. Мы видим квартиру. Мы видим зал. Советские времена. Картинка черно-белая, напоминаю. Высота камеры, ну, на уровне человеческого роста. Мы смотрим в этот зал под небольшим углом вниз, вправо, так сказать. Неважно. Короче, мы видим диван, на стене ковер. На полу тоже ковер. Короче, везде ковер. Ехал ковер через ковер. Предлагай, Мисагир, и не выпендривайся. Значит, на диване сидит... Ладно, пока не буду про людей. В левой части фотографии стоит телевизор. Пузатый, советский, на четырех ножках, как цапля. Курлык, курлык. По телевизору показывают Брежнева. А он и не против. Мы видим окна. В окнах не видно особенно ничего. Батарея. После дивана, между диваном и окном, мы видим кресло, которое повернуто к телевизору. В кресле сидит мужчина и читает газету. Это глава семьи. На диване сидит женщина. Это мама. На ковре, который на полу, а не на стене, сидит мальчик. Это малыш, это ребенок. Малыш играет с грузовиком. У него грузовик, а на грузовике он погрузил в него гоночную машину. Большую белую гоночную машину, которая чуть ли не больше грузовика. Но он ее как бы погрузил на грузовик, он так играет. Черт. Также справа на ковре мы видим трактор. Большой собака-трактор. У меня такого не было. У меня и грузовика такого не было. Мама смотрит на малыша и улыбается. Она наклонилась к нему, сидя на диване. А малыш смотрит на грузовик. Он играет. А папа смотрит в газету. Он не смотрит телевизор. Брежнев там что-то поясняет. Но папа смотрит в газету. Показываю. Всего два ковра. Причесон какой-то. Конвей Твити. Классная картинка, я считаю. Вот это хорошая картинка. Сейчас, минутку. На следующей картинке, которая тоже есть фотографии из Советского Союза, мы видим улицу. И следующую картину. Витрина магазина. Видимо, этот магазин — это Детский мир.
в нем стоит куча вообще совершенно волшебных и недостижимых штук. Игрушки, манекены в каких-то костюмчиках висят на стене, футбольные шары и теннисные ракетки, какие-то стяги олимпийские. И в центре всего этого витринного благолепия большой и, очевидно, мягкий медвежонок, символ Олимпиады нашей. А слева, значит, в левой части картинки мы видим улицу. Ну, камера стоит на улице, она показывает нам витрину и часть улицы. И там ходят люди, и, значит, главные персонажи картинки — это мама и сын, которые идут по направлению к камере, но смотрят, конечно же, на витрину. В витрину. Мама в огромной белой шапке и в... как это называется? В шубе, как бы, или пальто меховом. Короче, зима, или типа того, осень, холодно на улице. И вот они смотрят на эту витрину, в эту витрину, и улыбаются. Мама улыбается, мальчик задумчив о том, что сколько же он должен получить пятерок, чтобы что-нибудь из этого получить. Классная картинка. Показываю. Интересно мне, сколько стоил этот вот мишка, если он вообще продавался? Наверняка он был недостижимой мечтой, а просто чертовых тысяч детей, которые видели его. Даже не знаю, кто мог себе позволить купить такого малыша. Да, похоже на лис, раптор. Ну да, мисс Агер, я это и предположил, что это чисто для виду. Хватит Советской России. Что же еще вам показать? Что же еще вам показать? Ну ладно, вот это. Плевать. Это уже больше для меня, чем для вас. Так. На этой картинке мы видим улицу. Ночь. Улица, фонарь. Аптеки не вижу. По-моему, это Америка. Слишком красиво. Деревья. И снег. Толстый-толстый слой снега. На земле и на машинах. Мы видим дорогу. Мы стоим посреди проезжей части. Пустынная улица, никого. Только теплый свет от фонарей, которые висят над дорогой. Слева припаркованы машины. Ряд машин вдоль всей этой дороги стоит слева ряд машин. Они все в снегу. Куча-куча снега. И деревья. Справа дома. Чертова магия. Так уютно. Понимаете? Вы же все понимаете.
рассказываю. Следующая картинка будет загадкой. Я буду вам что-то описывать, но не буду говорить, что конкретно происходит на этой картинке. Итак, на этой картинке мы видим некий объект рукотворный, сделанный человеком, сложно сочиненный объект, изобретение, механизм. Привет, птиц. Заваривает, наверное, иногда мясогирчик. Так вот, этот самый рукотворный механизм находится в месте, в котором он не должен находиться. В месте, совершенно нехарактерном для этого механизма. Это достаточно большой объект. Вы его не поднимете и легко, может быть, можете быть им раздавлены. Он находится в месте, совершенно не подходящем для него. Это место, в котором он не может даже работать. Потому что не может он работать в этом месте физически, технически. Нет, Месогир, огромный объект, не микроскоп, большой-большой объект. Его не поднимут даже 50 человек, даже 100 человек его не поднимут. Да, макроскоп. Так вот, этот объект находится в этом месте уже давно, судя по его состоянию. И вокруг него как кишат обитатели этого места. Они его практически облепили. Этот объект уже не починить, он тут, видимо, навсегда. Я не представляю, как он туда попал и как его оттуда вытащить. Показываю. Because I can. Леший молодец. Леший молодец. Глубоко, Саксончик. Ну хорошо, вот эту опишу. Она ничего особенно интересного нет. Но я ее опишу. Итак, вертикальная картинка. Поле. Задний план размыт. Все сфокусировано на объекте перед нами. Этот объект — это девочка лет 4 или 3, 4. Она сидит, посиживает на земле и что-то копошится там. Она в розовой кофточке, не кофточке, футболочке, и как будто бы в такой юбке. Ну, знаете, балетный, что ли, тоже розовый. И она освещена солнцем. По-моему, это очень раннее утро или вечер, но, по-моему, это раннее утро. Поле зеленое, видны какие-то размытые постройки небольшие и горы на заднем плане. То есть это утро, это, видимо, папа или мама вышли утром погулять с дочкой в это поле потусить. И вот папе или маме понравился этот вид, и он его сделал фотографией. Кибинаж. Нет, это настоящая фотография. Показываю.
На следующей картинке мы видим интерьер дома. Ночь. Комната, большая комната, зал. Основной источник света, как я понимаю, это телевизор, включенный, и камин. Слева телевизор, справа камин. Они находятся параллельно камере на дальней стенке этой комнаты. Экран телевизора засвечен, то есть мы не видим. На самом деле тут просто высокая экспозиция, как я понимаю, поэтому светло. На самом деле там достаточно темно. Камин большой, выложенный камнем. Над ним полка, какие-то фигурки. Над телевизором тоже полка, под телевизором акустическая система, приставки, по-моему. Слева окно большое. Потолок наклоненный влево и деревянный. Но очень просторно, очень большая комната. На полу ковер. Тоже, походу, очень мягкий. Как я хочу такой мягкий ковер. Слева, ближе к нам, перпендикулярно камере, диван. На диване сидят, лежат, спят. Пса, темная, ближе к нам. После нее белый кот. Они спят. Справа от дивана мы видим стол, по-моему. Черный такой стол. На столе спят два кота. Один толстый, другой менее толстый и более пушистый. Только тот, который менее толстый и более пушистый, он, во-первых, рыжий, и он, по-моему, не спит, он смотрит куда-то направо. А три остальных предмета, толстый кот, белый кот и пса, они спят. То есть это такое сонное царство. И хозяин всего этого чуда подкрался коварно и запечатлел. Вот. Не знаю, что еще сказать. Разве что показать. Господи, что же мне так грустно, а? Я думаю, что стрим поможет мне развеселиться. Он всегда помогает мне развеселиться, но что-то ни хрена. Там еще живность на полке. Где? Настоящая живность? Ты уверен, что это не фигурки? Окей, следующая картинка. Отстаньте от меня своими каминами. Ночь. Черное небо. Мы смотрим вверх, но не отвесно вверх, а под углом вверх на это черное небо. Представили, да? То есть сейчас вы должны представить просто черный квадрат, потому что кроме черного неба я ничего не рассказал. Ну так я упомянул фигурки Месагера. Так вот, черное небо. Чуть левее от центра. Изображение? Нет, звезд нет, просто чернота, как хоть глаз выколи. Чуть левее центра картинки мы видим в небо, как бы это сказать, упирается башня. Мы видим ее достаточно близко. Башня, это освещает все светлым, теплым цветом. Она освещена, и от нее как бы такое хейло на весь кадр. То есть черное небо на самом деле нифига не черное, а розовое, потому что оно освещено этой башней. А...
знаешь, я не знаю, какая-то сложно сочиненная башня. Ни маяк, ни силосная. Вот, значит, башня неба. На переднем плане картинки мы видим ветки сакуры. Мы смотрим на небо и на башню через ветки сакуры, которые розовые, между прочим. То есть мы смотрим на розовое небо через розовые ветки. То есть все розовое. И это круто. А башня не совсем розовая, она такая теплая. Ярко освещена теплым цветом. Красота. Представляете? Вы сейчас примерно представляете, да, что я писал? Хотите посмотреть? Сейчас покажу. Мисаги рад станет меня. Ты зануда. Я вам как по слоям рассказывал, что изначально небо черное. Потом, оказывается, оно освещено башней. Окей, теперь давайте займемся моими фотографиями личными. Мои личные фотографии. Ужасно, господи. Какой ужас. Какой ужас. Сколько ужасного происходит. Блин, вы видели все мои фотографии, потому что я их пощу. Не, ну реально, вы все мои фотографии видели, о чем речь? Ну окей, вот. Например, фотографии из моей жизни. Момент моей жизни. На этой фотографии мы видим шоссе. Шоссе. Где-то за городом, видимо, сымалось это все. Но мы видим его не вдоль, ну то есть не вдаль мы смотрим, а как бы поперек его. С одного берега этого шоссе на другой. Практически чуть под углом. Highway to Hell. Все так. Облачное небо. Камера находится достаточно низко. Сантиметров 20-30 от земли. И смотрит, значит, параллельно земле. Небо достаточно серое. Облака не видно. Ну, синего неба нет. Мы видим ограду этого шоссе. Ну, понятно, вся фигня. На переднем плане мы видим двух людей. Один слева, второй справа. Тот, что справа, стоит, согнувшись. Мы видим только фактически его ноги и руку. Руку он вытянул перед собой. И он держит в руке скотч. Второй конец этого скотча приклеен к мягкой игрушке. Эта мягкая игрушка — это банан плюшевый. С глазами, и ртом, и носом, и бровями, и ручками, и ножками. Антропоморфный банан. Человек справа, мужчина, он держит его как бы в состоянии... Ну, чтобы он стоял, он его держит за скотч, привязанный к нему, приклеенный к нему. Человек слева в белой футболке. Человек справа, к слову, в джинсах и темном вверху. А человек слева в джинсах и белом вверху.
он снимает банан на камеру, на фотоаппарат Canon, согнувшись в три погибели. Они снимают, видимо, какой-то ролик дурацкий, за который получат очень мало денег. Но that's the kind of dedication our workers have for their jobs and the quality of our shoes. Собственно, все. Что еще описать? Пришло время показать. А я, стало быть, снимаю их откуда-то сбоку. Оу, фак. Минутку. Собака, что ж ты делаешь? Блять. Ну вы поняли, короче, вот так вот это выглядит. Окей? Это мы снимали с пар. Что он горел? Нет, я снимал согнувшись. Скотч всему голова, и не говори. Сколько проблем в моей жизни решалось скотчем. Я думаю, даже некоторые текущие проблемы можно решить скотчем, просто залепив кое-кому рот. Змею, дорогой, я что-то рисовал, Фрэнки Бой. Я думаю, я меняю картинки быстрее, чем ты успеваешь нарисовать что-то. Что же еще вам показать? Дома. Папка дома, где находятся рисунки, которые фотографии из моего дома. Да, блин, ну вижу, Фрэнки, это как-то тупо, действительно. Поэтому я вдаюсь в детали, чтобы растянуть это все. Ну, короче, не, я вам так скажу, следующую рисовать не надо, она, ну, не стоит того. Это все-таки фотография моя личная, ну, то есть... Ее не получится нормально нарисовать. Короче, на следующей картинке, которая, кажется, будет последней, да? Мы все решили, что это будет последняя картинка. Хорошо. Договорились, пацаны. На следующей картинке мы видим мой балкон. Я фотографирую эту картинку, стоя на своем балконе и глядя вниз на... Ну, на балкон, как бы. Не вниз на землю, а как бы, ну, на пол балкона. Но где-то половина, правая половина фотографий занимает, собственно, улица внизу. Дорога, стоят припаркованные машины. Недавно был дождь. То есть такое вот освещение после дождя. Классное, все мокрое. На балконе куча растений в горшках и в катках. Ржавые перила моего балкона. И... Стоит на этом балконе, помимо меня, еще один предмет. Этот предмет, он такой... рыжий. У него... Четыре ножки. Четыре лапки, окей. Хвостик.
и ушки. И он высунулся и смотрит куда-то налево, вдоль моего двора. Не знаю, что он там углядел, но очевидно, что он что-то углядел. Я как бы направил камеру на него и запечатлел этот момент. Сейчас нету ни этих цветочков, ни этого существа, ни хрена. Показываю. Вот. Вот. Не хочет. Не понял. Минутку. Мисогир, как всегда, полон позитива. Нет, не стрёмно. Пса-лтырь. Хлипенькая кратко. Я на нее не облокачиваюсь особенно. Ха, окей. Следующая — это загадка. Ее не нужно рисовать. Мы видим картину. Живопись, стала быть, такая достаточно. Ну, знаете, исторический портрет деятеля исторического. Деятель этот, подбоченившись, смотрит в камеру, опустив голову и подняв глаза. Очень суровая рожа у него. Он в доспехах. Под его ногами останки, значит, поверженных, видимо, врагов. Кости, черепа. Он оперся об какую-то... об какой-то кусок какого-то чего-то. Непонятно чего. Типа стены, оставшейся от здания, или я не знаю. Картина выполнена в теплых тонах. Сзади мы видим штормовое небо. Все пылает. И какие-то здания, опять же. Вот. Очень какой-то страшный деятель исторический, которого мы все должны были проходить на уроках истории. Вот. Вы готовы узреть? Нет, без трубки. Он просто, подбоченившись, смотрит на нас, угрожающе. Хочет нас съесть, наверное. Хитер, бобер.
исторический деятель, однако. Окей, еще одну. Тоже загадка. Ну, блин, это такая себе загадка, конечно. Не знаю, все зависит от того, насколько я буду прямолинейно говорить, что происходит. Ну, короче, на этой картинке мы видим кровать. На кровати лежит некий человек. Этот человек, его недавно нашли и спасли. С ним происходили некоторые вещи. Его нашли и спасли, и теперь он лежит в кровати, радостный. Что его спасли и нашли, и спасли, найдя, после того, как нашли. Вот. И его окружили четверо людей. С ним вместе радуются и тому, что с ним все в порядке. Эти четверо — это следующие люди. Один из них — это полицейский, который участвовал в поисках этого человека. Это мужчина, окей. На кровати мужчина. Его окружили четверо. Один из них — это полицейский, который участвовал в поисках этого пропавшего мужчины. Второй — это, как бы сказать, обеспокоенный, сочувствующий горожанин, который... Горожанка — это женщина, которая, в общем, тоже желает нашему спасенному только добра. И она тоже, видимо, пришла его проведать вместе со своим... вместе со своим... Да, блин, как бы выразиться. Короче, в руках у этой гражданки... друг. Друг этой гражданки. Значит, это двое. Третий человек, который пришел проведать нашего спасенного, это владелица некоего градообразующего предприятия. То есть... высокая начальница пришла проведать нашего гражданина. И последний человек, который пришел проведать нашего гражданина, почему я это повторяю, это человек, который снится нашему гражданину периодически. Каким-то образом он попал в наш мир и пришел проведать нашего гражданина. Вот. Я думаю, я довольно путанно объясняю, вы ничего не поняли, ну короче. Ща. Фрэнки, ну что же ты? Ну окей, вот это хорошая картинка. Сколько мне там осталось изображений? А, это последний трек в плейлисте, значит все, это последняя картинка. Итак, на этой последней картинке мы видим комнату. Комнату, обычную комнату. В ней куча хлама, куча мусора в пакетах и картонных коробках. Просто чертова гора, занимающая половину этой комнаты. Из окна бьет теплый свет достаточно, дневной. Куча хлама, короче, в основном мусор. И рядом с окном стоит на... Блин, я забыл слово. На штативе стоит фотоаппарат. И смотрит в окно. А в этот фотоаппарат смотрит девушка в ночнушке. У нее на голове шлем мотоциклетный, и она парит. Она летит. Она парит. Она левитирует, смотря в этот фотоаппарат в окно. Посреди всего этого хаоса и хлама.
ставили тебе такую тему? Это из фильма тебе наш. Показываю. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Привет, бубенчик, ты пришел к концу. Не-не, давайте сделаем по-другому. Бубенчик в чате, расходимся, значит. Расходимся. Фильм «Остров Кима». У него куча названий, но, в общем, «Остров Кима». Фильм крутой, рекомендую такое кино. Все, наверное. Сейчас допоет трек, и я завяжу. Не знаю, насколько вам понравилось это все. Я осознаю, что это аутизм. Аутизм. Впрочем, ничего нового.